в Excel есть шаблоны, это опять же просто демонстрационные версии того, что Excel может. Но многие шаблоны можно скачать с интернета, чтобы самому не делать документ с нуля. Создаются они с помощью файл создать образцы шаблонов. И вот здесь вот есть различные у нас шаблоны. Их не очень много, но правда можно потом еще с интернета их догружать. Вот. Есть авансовый отчет, выписка по счету, журнал кровяного удаления, личный бюджет на месяц, отчет о продажах, рабочий листок и рассрочка. Вам нужен рабочий листок, если я правильно понимаю. Да, он просто, ну, сразу сделан. Хотя мы еще очень плотно будем работать с отчетом о продажах, ну, в принципе, в нашей работе. Здесь просто достаточно... Вообще, в идеале, вы должны посмотреть все шаблоны, которые там есть. Коль уж вы сейчас, да, до них дошли, то прям откройте их все, образцы шаблонов, и посмотрите, что вообще Excel может. Как это сделано? Очень полезный пример чисто для бытовой жизни – это личный бюджет. Да, личный бюджет на месяц, абсолютно верно. Вот это надо. Очень помогает планировать затраты на самом деле. Если у вас это по какой-то причине не получается, у меня одна девочка спросила как-то раз: научите нас копить деньги. Просили они нас, я сказал то, что вот тебе пример. Иди в Excel. Да, иди в Excel, полностью серьезно, я показал этот листочек. И говорю, забивай сюда все, что хочешь. И они сразу поняли, куда у них уходят деньги. Кстати, они даже что-то умудрились отложить. До девальвации им это помогло. А сейчас они уехали отдыхать на эти деньги. Вот шаблоны office.com вы не создаете сами, у вас их нету на компьютере, но вы можете их скачать с интернета. То есть достаточно просто иметь интернет. Да. Вы шаблон открываете, он у вас не сохранен еще. То есть вы можете с ним начать работать и так далее. Но когда вы его закроете, у вас все это исчезнет. Поэтому надо его сохранить. Книга Excel, XLSX, книга Excel с поддержкой Microsoft, XLSSM и так далее. Тут их много, этих форматов. Вам нужен просто книга Excel. Да. Абсолютно верно. Это обычный формат, в котором мы привыкли работать. Это обычный XLS.